Добрый день! Сегодня вашему вниманию мы предлагаем видеообзор абсолютно новой продукции от компании Panasonic, климатических комплексов VXK90 и VXK70. Но для начала давайте все-таки поймем, что такое климатический комплекс. Климатический комплекс – это прибор, который сочетает в себе несколько функций по обработке воздуха. В нашем случае это увлажнение, очистка, ионизация, а также устранение неприятных запахов. Итак, традиционно давайте поговорим о дизайне нашего продукта. Panasonic климатические комплексы серии VXK выполнены в классическом форм-факторе прямоугольной формы. Имеют зеркальный глянцевый черный пластик. Хочу также добавить, что модель VXK70 опционально имеет в своей линейке два дополнительных цвета, это белый и коричневый. Также климатические комплексы стали более мобильными, все благодаря встроенным колесикам, которые заметно облегчат перемещение приборов по помещению. Далее поговорим о технических характеристиках наших климатических комплексов. Серия VXK70 обслуживает помещение до 52 метров квадратных с максимальной производительностью по увлажнению до 700 мл в час. А модель VXK90 обслуживает помещение до 66 метров квадратных с максимальной производительностью по увлажнению до 830 мл в час. Итак, обе линейки включают в себя максимальный функционал по увлажнению и очистке воздуха, состоящий из ионизации наноИ, функции экономии, включающие в себя датчики света, датчик человеческой активности, а также возможностью прибора запоминать привычный распорядок дня пользователя. И при всем этом приборы оснащены совершенной системой фильтрации воздуха, которая состоит из предварительного фильтра, композитного HEPA-фильтра, дезодорирующего фильтра, а также увлажняющего фильтра. Давайте более подробно рассмотрим функции, о которых я рассказывал ранее. И начнем с наноионизации. Что такое наноионичастичка? Это отрицательный ион, помещенный в водную оболочку с помощью специального холодного генератора. Основными функциями данной частички являются устранение неприятных запахов, увлажнение воздуха, а также нейтрализация вирусов, бактерий и аллергенов путем разрушения их оболочек. При этом происходит также и очистка поверхности, например, таких как верхняя одежда, мягкая мебель, а также ковровое покрытие. Далее поговорим еще об одной интересной функции, это функция экономии, которая состоит из нескольких компонентов. Первый – это датчик света. С помощью специального сенсора наш прибор измеряет уровень освещенности помещений и тем самым регулирует яркость передней LED-панели, а также уровень воздушного потока прибора. При этом в темное время суток прибор автоматически переходит в ночной режим. Сейчас я сымитирую эту функцию и закрою датчик света. Как вы видите, передняя LED-панель полностью выключилась. Еще одним компонентом функции канави является датчик человеческой активности. Когда в помещении никого нет, прибор это понимает и автоматически работает в режиме минимального энергопотребления. Как только сенсор замечает движение в диапазоне 10 метров, прибор автоматически повышает интенсивность очистки воздуха. И заключительным компонентом функции канави является так называемый режим самообучения. Прибор запоминает, в какое время суток в помещении наивысший показатель загрязнения и в будущем включает повышенную систему очистки за 5 минут до его наступления. Далее рассмотрим систему очистки воздуха, состоящую из нескольких фильтров. Для этого снимем переднюю декоративную панель. Перед нами три фильтра тонкой очистки. Первый фильтр – это предварительный фильтр. Он защищает от крупных частичек пыли и загрязнений. Мы советуем его промывать один раз в неделю под проточной водой. Второй фильтр – это трехкомпонентный композитный HEPA-фильтр, который состоит из трех частей. Первое – это так называемый Super Allure Buster. Его основное предназначение – это борьба с аллергенами. Вторая часть – это экстракт из зеленого чая, самого мощного природного антисептика. Он борется с вирусами. И третья часть – это специальные энзимы, которые борются с зловредными бактериями. Третий фильтр – это дезодорирующий фильтр, основным предназначением которого является устранение неприятных запахов. Такие неприятные ароматы, как табачный дым и запах от готовки пищи, будут устранены за считанные минуты.
Еще одной особенностью нашего прибора является функция увлажнения воздуха. На передней LED-панели вы можете найти световой индикатор, который показывает текущий уровень влажности в вашем помещении. Также мы имеем резервуар для воды вместимостью 3,5 литра, а сама функция увлажнения воздуха у нас происходит с помощью специального водяного фильтра в виде мельницы. Также мы имеем специальный отсек с гранулами меди и цинка, основным предназначением которого является обеззараживание и смягчение самой воды. Все фильтры, о которых мы рассказывали ранее, имеют срок службы 10 лет, что выгодно отличает их от аналогов на рынке. Итак, подведем итоги. Перед нами климатические комплексы Panasonic серии VXK, модели 90 и 70. Это приборы, которые совмещают в себе максимальные показатели по продуктивности увлажнения и очистки воздуха, а также невероятно долгий срок службы фильтров. Климатические комплексы удовлетворят даже самого требовательного покупателя. Компания Panasonic желает вам всем хороших покупок.